Руководитель музыкального объединения «На доброй ноте» при волонтерском центре «Радость моя» Ольга Шема раньше жила в Арзамасе и там участвовала в благотворительных концертах. Ольге понравилась идея нести добро людям через музыку, поэтому она захотела организовать подобное движение и в Сарове. С такой инициативой она обратилась в волонтерский центр «Радость моя». Получив поддержку, Ольга Шема начала собирать творческих людей для своего первого мероприятия – пасхального концерта. 23 апреля у нас состоялся наш первый концерт. Это был пасхальный концерт для детей-инвалидов, который проходил в культурно-просветительском центре Саровского благочиния. В данном концерте приняли участие разные вокальные студии нашего города. К нам присоединилась вокальная школа студии «Дива» под руководством Василины Данченко. К нам присоединилась студия «Волшебный микрофон». Чтобы продолжать благотворительную концертную деятельность и привлечь к этому еще больше творческих людей, Ольга создала волонтерское музыкальное объединение «На доброй ноте». Участники будут выступать как на городских площадках, так и в детских домах, домах престарелых. На подходе следующее мероприятие – благотворительный праздник «Белый цветок», который состоится 26 мая при культурно-просветительском центре Саровского благочиния. Волонтеры планируют подготовить музыкальную программу. Это будет, естественно, все не на коммерческой основе. Это все благотворительность. И ребята, которые к нам хотят прийти, они должны осознавать, куда они идут. Это все-таки православный центр, и репертуар здесь будет соответствующий. Здесь будут, мы будем петь песни о добре, о любви, о природе, о России. Волонтерское объединение «На доброй ноте» ждет творческих людей от 14 лет, которые хотят дарить добро и любят петь, танцевать, читать стихи, играть на музыкальных инструментах, придумывать и креативить. Присоединиться к команде волонтеров могут и творческие коллективы Сарова. Я всех приглашаю к нам присоединиться. И не бойтесь делиться своим теплом, своей добротой. Людям действительно это очень важно, очень нужно. И не только люди, которым мы это дарим, будут счастливы и рады, но также и мы, кто дарим, будем счастливы от того, что мы смогли сделать кого-то счастливым. Прослушивания и репетиции будут проходить в православном волонтерском центре «Радость моя». За подробностями обращайтесь к Ольге по телефону 8-910-147-47-37 или пишите в группу «На доброй ноте» ВКонтакте. Светлана Юрнова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.